Вот они, венгерки. Вот это мыши работают. Значит, запоминайте. Мыши – наши главные враги. Сразу косточки они не едят. Вот. Я уважаю мышиный ум этих грызунов. Очень уважаю. Они вначале делают кладовые. У них впереди зима труднейшая. И только тогда, то есть, когда вы видите, посадили, весна пришла, особенно касается подзимнего посева, пришла весна, а косточек нет. Вот, вы думаете, обычно, ну, только самый упорный начинает копаться, искать их. А их там нет. Самый упорный нашел их. Уже в совсем другом месте. Это второй пример уже. Когда человек нашел в другом месте, садил в одном месте, получил в другом месте. Представляете? Вот это он накормил мышей. Вот это проблема из проблем. Когда мы садим весной, достаем их слегка проросшие из холодильника, это идеальный вариант. Идеальный. Тогда к этому времени мыши уже перестают лютовать. Поэтому шансов гораздо больше, когда мы высаживаем весной из холодильника после тонификации. Подчеркиваю, когда я перестал надеяться на стихию, тогда, когда перешел полностью на и изучил именно стратификацию. А это, да, первый мой пример. Я еще тогда на острове хозяйничал. Вот, у меня дал урожай большой мой патриарх. Я привожу на остров, распахал пару соток, посадил. Ну, получается, сколько? Каждый восьмой зашел, да? Да, где-то восьмой, наверное. Каждый восьмой. Маловато. Вот. И я навсегда зарекся садить под зиму. Но меня спрашивают, а мы хотим? Я говорю, пожалуйста, ну хотя бы половину. Валерий Константинович, при раскопе школки от снега выяснилось, что часть сходов повреждена грызунами. Так как повреждение не менее 10 сантиметров от земли, думаю, что не все потеряно. Это просто чудо. Обычно грызут вот тут, у самой земли. А вам что, отрезали? Тем более, это уже позади. Я вам посоветовал тут отрезать, замазать торец. Нормально восстанавливается махом. Это просто повезло. Здесь наверняка был высокий снег. Здесь был наст. И мыши бегали, как это, по своему двору.